Красноярский театр оперы и балета готовится вновь представить одно из самых драматичных мировых музыкальных произведений – «Реквием» Джузеппе Верди. В этот раз его посвятят Холокосту. Это урок, на изучение которого должен выделить время каждый из нас. Допели вот эту часть, которая называется «Интроитус». Да, «Et lux perpetua lucet es», «Молюсь сиянию вечному здесь». Это произведение прежде всего посвящено бессмертию души, бессмертию и величию души. Поэтому, когда мы говорим о драматизме, то мы говорим не только о трагизме, да, а мы говорим о том, что драматизм – это глубина. Глубина этого произведения, она, безусловно, невероятна и огромна. Такого рода музыка, она вообще равнодушным вряд ли кого-то оставит, даже если бы не было вот этого нового, так сказать, новой грани, которая сейчас будет. Вот. Но думаю, что для неподготовленной публики и важнее всего еще неподготовленной, но что-то знающей о том времени, из исторических каких-то справочников, может быть, от родственников, я думаю, это наполнит по-другому. Потому что здесь еще и русский текст идет, слова там из молитв, поэтому я думаю, что это усилит восприятие. Музыка – это вообще, мне кажется, один из самых главных проводников каких-то чувств и эмоций наших. Поэтому здесь, безусловно, и даже когда мы сами исполняем, не только мы сейчас говорим о зрителях, но и о хоре, и о солистах, и об оркестре, те кусочки видео, которые накладываются на музыку, они настолько по-другому действительно начинают играть и звучать вот этой музыкой,